Привет, родители. В школе в этой, где Стюик учится. И, короче, надо, сказали мне, пойди выброси ракетой, которую дети сделали, выброси ракетой. Так я искал ракеты и никак не мог найти, потом я спросил, а где ракеты-то? И мне показали, вот одна ракета. Это вот так, такие ракеты делают дети.